Добрый день, дорогие друзья! Продолжаем наши уроки. Сегодня продолжим изучать звукоряд саратской гармоники в первой октаве. И доберемся мы сегодня с вами до ноты ля. Итак, вы уже знаете, где у нас расположены ноты до, ре, ми, фа. Обратите внимание, что каждый пальчик нажимает свою кнопочку, да? И сегодня вот третий пальчик у нас будет нажимать ноту соль и ля. Итак, сегодня мне помогают ребята, ученики. Добрый день. Здрасте. Как тебя зовут? Тимофей. Вот Тимофей приехал из поселка Соколовый. И сыграет он вам сегодня до, ре, ми, фа, соль, ля, соль. Ну-ка. Хорошо, молодец. Ты, наверное, до утра можешь играть, да, Тимош? Не устанешь? Итак, теперь вы знаете, где у нас находятся 6 звуков, которые расположены в первой октаве. До, ре, ми, фа, соль, ля и обратно опять соль. Попробуйте сыграть. Ну а теперь попробуем назад от ноты соль. Соль, фа, ми, ре, до. Ну-ка, Тимоша. Соль, фа, ми, ре, до. Итак, получилось половина от народной песенки. Я на горку. Я на горку шла. Итак, давайте похлопаем нашему юному музыканту. А теперь... По просьбам зрителей, в первом уроке мы с вами изучали русскую народную песенку «Как под горкой, под горой». И сегодня... Торговал старик золой. Правильно, торговал старик золой, очень хитрый был мужичок. И вот сегодня Тимофей нам поможет и покажет вторую часть этой песенки. Припев. Со мной ми, ре, ми, ми, фа, ми, ми, ре, до, до, до. Попробуйте сыграть. И еще раз ми, ре, ми, ми, фа. Обратите внимание, что я на фа басы не нажимаю, потому что здесь нужен другой бас. Спасибо за внимание. До новых встреч. А теперь я прокачу своего старшего брата Женю, и мы сыграем вместе. Отлично. Я вам задам темп. Раз и два. Молодцы! Итак, дорогие друзья, вы, наверное, обратили внимание, что два брата играли в разных октавах. Тимоша играл в первой октаве, а Женя играл во второй октаве. Во второй октаве, мы ее будем изучать чуть позже, звуки расположены совсем по-другому. Итак, желаю вам успехов в обучении. До новых встреч!